Привет, ребят! Сегодня будет 10 способов, как заработать кристаллики и монеты. Приятного просмотра! С первого способа, как заработать монеты. Конечно же, это проходить всякие квесты в часах. Либо пропустить их, либо пройти. Просто очень много вариантов. За то, что ты пройдешь, тебе могут дать 300 монет. Второй способ, как заработать монеты. Это, конечно же, проходить какие-нибудь мини-игры. В ПК-XD их около 7. Проходить всякие мини-игры, их... Вот первая игра – это доставка пиццы, вторая игра – это Pet Parade, Crazy Run, третья, четвертая игра – это пока смот был давно, пятая игра – это игра, там где надо защищаться от каких-то препятствий, и шестая мини-игра – это там, где нужно... Где создают игры, и там можно поиграть в абсолютно любую игру. Ну, вроде их 6 или 7, я не помню. Ну, в этом способе можно очень легко... ...получить такие монеты. Даже можно, во всяком случае, получить самоцветы. Так, если нам даже дадут 340 монет, то если мы отдаем приз, то мы получим не 350, а уже 1940. Поэтому это огромный если плюс. Третий способ, как получить монеты. Это находить секретные сундуки. Вот, допустим, когда какое-нибудь обновление, допустим, сейчас обновление полицейского или что-то типа того, там были сундуки. Такое видео вы можете увидеть на моем канале. Где эти все сундуки? В этих сундуках обычно прячутся и монеты, и кристаллы. Вот в этом обновлении вообще капсула с питомцем спряталась. Которого вы также можете посмотреть на моем канале видео и найти там эту капсулу. Посмотреть, что там было. Третий способ, как получить монеты. Это нам, пока вы во время игры, вам будут прилетать сообщения в правом углу. Вам будут прилетать сообщения, вы получили по 50 монет. Если так постоять очень долго, то вы можете 1000 монет заработать. Вот, и это огромнейший плюс. Что или третий способ, я уже, если честно, не помню. Искать всякие пасхалки, допустим. В каждом обновлении есть какая-нибудь пасхалка, который может принести вам деньги. Допустим, может быть какая-нибудь секретка, который может принести деньги. Четвертый способ или пятый, как получить деньги. Мы должны находить какие-нибудь баги. Допустим, один из этих багов зайти в огромного робота. И там найти вот эти вот игровые автоматы. Нужно нажать на вот эти вот две кнопочки одновременно. И тогда у вас будет даваться по 25 монет в одну секунду. И это очень прикольный баг. А теперь способы, как получить самоцвет. Вы, наверное, скажете, что это очень же тяжело получить самоцвет. Но я вам скажу, это очень легко. У меня уже 174 самоцвета. Я их накопила сама. Первый способ. Это пойти вот сюда вот.
Первый способ — это также играть в мини-игры. И вот вам. Сейчас ставлю видео, как я играю в мини-игру и получила алмазика. Ой. Ну ладно. Это было очень давно, поэтому у меня был скин другой. Ладно, ребята, я пока шучу, что это было прям как давно, поэтому я это было, по-моему, вчера или позавчера. Вот на этом моменте я уже получила свой кристалл. Да, я сейчас приоделась точно такой же образ, точно на том же месте. И третий способ. Как получить? Это проходить какие-нибудь ивенты, либо же выполнять квест еженедельно. Вот, допустим, у нас было обновление недавно, прям совсем. Если ты вот так вот сделал, то у тебя показывало мой магазин, и ты мог бесплатно получить вот этот вот наборчик. Четвертый способ, как получить самоцветы. Это, конечно, не бесплатно, как получить, но, конечно, зайти, найти нужную сумму и купить себе самоцветы. Я чаще всего, короче, покупала вот такого вот самоцвета, короче. Это прикольно. И последний способ, как можно получить самоцвет. Это, конечно же, получить разные сундуки, допустим, также вы можете, ну, посмотреть на моем канале, где находятся сундуки, половина из них, это просто халявные 30 столов, поэтому бегом смотреть.